Ну, шантропа, идите, идите, идите. Идите скорее, мои детишки. Боитесь, боитесь. Я вижу, что еще боитесь, не доверяете. А я, мама Света, какую вкуснятинку принесла. Ай, какую вкуснятинку. Ну, идите скорее, идите, малышня. Ну-ка, кали, кали, кали к маме, к маме. Быстро, быстро подвигаем. А кушать-то как хочется. Ладно, давайте я отойду, а вы идите кушать, дети. Почему доброта наказывается? Вопрос этот задаю уже не первый раз. И, конечно же, я думаю, что ответ заключается в том, что зло сделать намного проще, чем сделать добрые дела. Поэтому проще нагадить. И получать, наверное, какое-то дьявольское удовольствие от того, что что-то ты что-то сделается не так. И делается на зло. Вот поэтому нам и надо как можно больше делать добрых дел. Для того, чтобы победить это зло. Зло не только по отношению к животным зло по отношению друг к другу, людей к людям, которого не хватает.